Выступления этих артистов хорошо видно с любой точки площади. Диву даешься, как они могут передвигаться на таких высоких ходулях и в придачу танцевать и делать трюки. Шоу великанов из города Евпатория вызвало неподдельный восторг. Когда дневная жара уже спала, сотни людей, анапчан и гостей курорта пришли посмотреть большой праздник летнего вальса. С высоты это зрелище по-настоящему завораживает. В вихре вальса закружились артисты от мала до велика, разных уровней танцевального мастерства. В пене шелка и кружев, в ритме любимых мелодий. В закате солнца прямо под открытым небом, будто из глубины веков, кружились пары, даря зрителям улыбки и волшебное настроение, возрождая извечную курортную традицию танцевальных вечеров на Приморском бульваре. Сегодня было необыкновенное зрелище. Просто эмоции переполняет. Это красота движения, красота танца. Было во всем. Получила такое удовлетворение, о котором вот можно только петь, наверное. Нежные мелодии сменились энергичным выступлением кавер-групп «Гитара Фиеста» и «Делайт» кавер-бенд.